Я трансгендер. Мало кто знает, но раньше я была мужчиной. К сожалению, так просто это не скрыть, но я очень пыталась. По этой причине моих детских и подростковых фото нет в интернете. Я приняла себя такой, какая я есть. Не знаю, этого ли признания ждут обиженные мужики, которые пишут мне пачками такие комменты. Ггг, ты похожа на транса. У меня, конечно, не самые феминные черты лица, но и мы не в аниме или в корейской дораме. Девушки бывают разные, ну а такие тупые комменты я баню.